питание плохое, бананов нет, яблок нет. Витамины никаких. Витаминов никаких. Требования довольно просты, но для заключенных они жизненно необходимы. Люди за решеткой устали от режима, который установлен в колонии. Поэтому самые активные решили устроить беспорядки. От призывов мирно решить проблему они отказались. Ситуация начала выходить из-под контроля. Тогда руководство оперативного штаба решило не медлить. К подавлению бунта была привлечена тяжелая техника. В операции было задействовано около 500 бойцов различных подразделений, но им до последнего момента было приказано не вступать в открытый конфликт. Однако разгон заключенных водой из бронзбойта еще больше разозлил бунтарей. Арестанты начали оказывать активное сопротивление. Спецназ плотным кольцом окружил зачинщиков и зажал их в угол. В итоге бунтующих заключенных удалось усмирить. Их погрузили в автозак и конвоировали в СИЗО. Однако заключенные, не желающие подчиняться требованиям сотрудников полиции, устроили потасовку прямо в машине. Раскачав автомобиль, они сломали рессору. Передвижение оказалось под угрозой. Быстрое реагирование командования решило создавшуюся ситуацию. Зэков разделили по разным автомобилям, тем самым полностью подавив сопротивление. На этом учения сотрудников Федеральной службы исполнения наказания совместно с бойцами спецназа и полицейскими завершилось. По времени спецоперация прошла до 2,5 часа. Считаю, что с задачей личностно справился, оценка удовлетворительна. Руслан Батуев, Евгений Павлов. Новости дня.